Сабантуй – праздник татарского народа в честь окончания посевных работ, демонстрирующий силу и ловкость, пропагандирующий здоровый образ жизни. Сегодня мы 28-й раз отмечаем Сабантуй. Праздник действительно интернациональный, праздник для всего города. Здесь участвуют в этом празднике все народы, которые проживают в нашем городе. Непосредственно участие принимает администрация города Димитровграда и лично глава города Димитровграда Кашаев Алексей Михайлович. От имени губернатора горожан поздравил помощник главы региона Николай Горшенин. Слова поздравления прозвучали и от главы Димитровграда Алексея Кашаева. Это праздник мира, труда, любви. Поэтому я здесь всех собравшихся поздравляю с этим праздником. Дай Бог, чтобы нам всегда светило такое мирное небо, красивое солнышко над головой. У всех вас в доме был хлеб. Всем вам удачи, здоровья. Ну еще раз всех с праздником вас, друзья мои. На Сабантуе присутствовали гости из Аксубаевского района, которые вот уже на протяжении 14 лет поддерживают дружбу с Димитровградом. Мы, наверное, полюбили вас, ваш прекрасный народ, красивый город. И вообще мы подружились, у нас много совместных проектов. В течение года мы встречаемся десятки раз вашим представителям бизнеса. И наши учатся, студенты в ваших вузах. На Сабантуе каждый нашел себе дело по душе. Игровые и спортивные площадки, насыщенная концертная программа и, конечно же, национальная борьба «Кареш». Я пришел с друзьями, с родственниками. Да. Праздник очень... Настроение отличное. Все прям вообще красота. Ой, замечательный праздник. Спасибо всем, что устроили такой замечательный праздник. Все красиво, все хорошо, все весело. Все довольны, танцы хорошие. Сабантуем вас. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. «Наше время».